Верховный суд Беларуси сегодня рассмотрит приговор по так называемому делу 17. В конце прошлого года Минский городской суд огласил вердикт по самой крупной наркодилерской сети в истории Беларуси. В сумме все участники получили свыше 200 лет лишения свободы. Основной фигурант громкого дела Константин Вилюга по кличке Кот получил 20 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Судья принимал решение по резонансному делу почти месяц, и вот сегодня последняя инстанция поставит точку в этом громком процессе.